48-й ежегодный арбузный кросс состоится в первую субботу осени, 7 сентября. Соревнования пройдут в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Участие в забеге возможно только по предварительной регистрации. Заявки принимаются до 4 сентября. Однако при достижении лимита номеров регистрация прекращается раньше заявленных сроков. Окончательная версия стартового протокола и регламент будут представлены 5 сентября в 20:00 на официальном сайте парка. По словам главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова, ожидается большой интерес жителей к спортивному празднику, поэтому лимит заявок увеличен до 1600.